В Бобруйске начали выдавать сертификаты по ЦТ. На испытание было подано 7676 заявок. С заданием успешно справились 7207 участников. В автотранспортном и агроэкономическом колледжах документы выдают каждый будний день и в субботу. Исключительно в рабочее время. Чтобы получить сертификат, абитуриенту необходимо предъявить паспорт или документ, удостоверяющий личность и пропуск. Организаторы ЦТ отметили, в автотранспортном колледже экзаменационная кампания прошла без замечаний. В аграрно-экономическом одного молодого человека удалили. Парень пытался пронести в аудиторию телефон. Сегодня обстановка такая активная очень, потому что все хотят получить сертификаты в первый день, поэтому с утра большое количество абитуриентов, но мы справляемся с этой очередью, сертификаты выдаем, опять же, в спокойной обстановке, соблюдая все меры безопасности. Во время ЦТ в пунктах сдачи соблюдали меры профилактики инфекции. Абитуриенты и преподаватели носили маски. В аудиториях стояли антисептики. Потоки людей разделили. За парты рассаживали в шахматном порядке. Во время выдачи сертификатов респираторному этикету и социальной дистанции также уделили особое внимание. Вся очередь движется с улицы. Сегодня тепло, свежо. Они немножко постояли, сюда заходят, когда освобождается организатор, который выдает сертификаты. К нему подходят абитуриенты и получают сертификаты.